Прекрасная погода, накатанная лыжня и, конечно, отличное настроение у спортсменов. Все важные составляющие для традиционной рождественской лыжной гонки есть. И в этом году соревнования собрали более 120 участников. Дистанции от 300 метров для самых маленьких до 6 уже взрослых километров. Принять участие могут все желающие. Старт открытый, регистрация свободная, детский сад, школа. Взрослые ребята, бабушки, дедушки, 70 и старше, отдельная группа. В активности залог успеха, уверена москвичка Наталья Пантелеева. Уже много лет она приезжает Видное на эту лыжную гонку. Так в прошлом году она стала второй, а в этом, благодаря регулярным тренировкам, планирует улучшить результат. Лыжи и зима – это как неразделимые. Как только началась зима, мы сразу на лыжи встали. Раз в неделю стараюсь кататься. Если состав взрослых участников более-менее постоянный, то детей с каждым годом становится все больше. Петру Николаеву всего 7, и уже третий год он занимается лыжами. Один из самых юных спортсменов, но при этом самый быстрый. Тренеры говорят, что уже сейчас мальчик бежит так, как будто ему лет на 5 больше. А какая твоя мечта? Моя мечта – это стать лыжником. Олимпийским чемпионом, наверное, да? Да. Завершилась лыжная гонка вручением кубков и медалей лучшим из лучших. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.